Добрый день! Если у вас давно стоит банная печь с открытой каменкой, но вы мечтаете получать легкий, качественный, мелкодисперсный пар, о котором говорят профессионалы банного дела, не спешите сдавать свою печь в металлолом и бежать покупать новую. Есть эффективное и бюджетное решение. Вот такая вот паровая пушка. Идея и конструкция паровой пушки очень просты. Представляет она из себя нержавеющую гофрированную трубку с отверстиями, крепежные элементы и заливную горловину. Устанавливается она на любую банную печь, на топку, вглубь камней, где находится наиболее высокая температура. Обратил внимание, что вода уходит не с первого раза. То есть она потихонечку как будто накапливается, спускает воздух. И после, вот таким вот образом, да, и выбрасывает, она уходит по каналам. Вот сейчас посмотрим, что будет. До сих пор стоит. Такое ощущение, что пробивается воздушная пробка. Вода пошла. Если добавить еще, то оно уже по накатке уходит дальше. При подаче воды в заливную горловину вы получаете пар с наиболее разогретых камней. Это и есть тот самый легкий, качественный, мелкодисперсный пар. Ссылка на паровую пушку находится в описании к этому видео.